Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Volkswagen Tiguan 2012 года выпуска. Объем 2 литра турбодизель CFFB. Пробег двигателя составляет 183 тысячи километров. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Имеется видеообзор работающего двигателя. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркирует с термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.